Здравствуйте! Сегодня у нас с вами 42-й и 43-й диктант для 4 класса, тональность ми минор, фа диез при ключе, и расчерчиваем по 8 тактов. Для одного из диктантов нужен будет кусочек, ну хорошо, скажу, для 42-го, то есть для первого из наших диктантов нужен будет за такт. Расчертите сразу. Распеваемся перед диктантом номер 42, ми минор. Вверх мелодический, вниз натуральный. То есть ход с пятой устойчивой ступени на третью вверх. Прямо как у Шопена в ноктюрне, который я когда-то играла. Но дальше я не очень-то помню, это было давно, в 7 классе музыкалки еще. Классный был у меня ноктюрн такой. Классная моя учительница Татьяна Сергеевна Докторова. Большой-большой привет, я передаю, очень люблю ее. Вот, так, это лирическое отступление насчет лирической сексты. А теперь, так, что тут у нас? Так, ну, я надеюсь, вы запомнили, как звучит эта секста. Си, соль. Так, дальше что нам спеть? Ага, лирическое крестное вниз. Давайте вверх, начальство. Ми, соль, си, а теперь вниз. Си, соль, ми. Хорошо. Доминантовый секст-аккорд на си седьмой. Ре, диез, фа, диез, си седьмой. Про ре, диез. Обязательно ставим его при ключе. А теперь у нас не только секс, а еще и септима лирическая. Си, ля. Это доминант септаккордовая септима, которая в горке катается. Обычно она в мажоре катается, но здесь в миноре будет. Да, какая-то невеселая горка получается. Надеюсь, все там хорошо, септима не упала с нее, а то мама очень волновалась. Если вы вообще не понимаете, что я бред какой-то несу, то это у меня так про септима объяснение. Ну, если интересно, можете послушать, в попевках у меня там будет. Если не забуду, оставлю подсказку на видео про попевки, но я точно забуду. Поэтому вы мне в комментариях напишите, чтобы я оставила, я оставлю ссылку, чтобы вы про эту септиму тоже узнали. Так, ну и давайте доминантовое трезвучие поломаем. Ломаное, то есть. Прямой сначала прям си-фа-диез, а тут будет си-фа-диез, ре-диез, си. Вот так вот будет. Так, ну и ритмические модели обычные. Мне тут писали в комментариях, что такое ритмические модели? Говорите правильно, ритмические группы. Ах, какая разница большая. Мне всегда модели называли, поэтому мне кажется, что можно и так говорить. Так, послушаем диктант номер 42 первый раз. Еще одна восьмушка, ну вы, наверное, догадались, я могу написать восьмую с хвостиком и слиговать.
с этой половины. Это будет залегованная нота в последнем такте ми. Так, ну и слушаем диктант номер 42 на другой раз. Диктант номер 42, начинаем, 4 четверти, начинаем из-за такта, си до си у нас за такте. Я вам уже рассказывала, как их записать. Дальше скачок на эту лирическую сексту, соль, фа, ми. Кстати, я вот подумала, а зачем я все время это разбираю тут вам? Может быть, я вам просто сыграю все, вы и так сами все видите. Ну, если вдруг вам нужен этот разбор, напишите в комментариях, чтобы я его оставила. Так, давайте сэкономим ваше и мое время, просто сыграю, показывая ноты, слушаем. Thank you.
это залигованная нотка, ми половинка с восьмушкой. Единственное место, вот, которое мне показалось не очень понятно, это си такая, да? Ля, соль, фа, си, до, си. Вот это такт у нас номер 5. Так, ну и диктант номер 43 точно так же сыграю вам. За такта здесь, как видите, нет. Слушаем сразу. D7 здесь у нас. Субдоминантовый кварц, экстаккорд. Септима уменьшенная. И кварта чистая вниз. Я думаю, что так достаточно разбирать. Это, о, тут вот такая длительность, такая нотка, зачем вам это? И так как будто вы не видите. Все вы видите. Ну, напишите, если вдруг кому-то нужно, то, ну, оставлю. А мы желаем вам удачи и мира.